Всем привет и доброе утро. Это будет выпуск, который греет мне душу. Не смотрите на мой вид, я сонная. Болела вчера, у меня весь нос тек. Короче, сейчас не об этом, а о том, что сегодня очень волнительный для меня день. Я переезжаю, я уже почти собрала все свои сумочки. Сейчас думаю еще одну докупить, потому что у меня нет места. И это видео будет о том, как меняется моя жизнь, как я счастлива. И о том, как перемены всегда к лучшему. Сегодня я собираюсь, также приедет муж моей близкой подруги. Считаю его своим другом, потому что когда я у них, мы тоже постоянно периодически общаемся. То есть не постоянно, но периодически, когда я еду, постоянно общаемся. Короче, тавтология получилась, но у меня классное настроение, жду завтрак, хочу поехать за сумочкой, жду его. Кстати, тут пробки такие, что я не знаю, потому что я хочу, чтобы он остановил прямо под домом на дороге. То есть у меня от двора, если честно, нет ключей. Но я сейчас к соседям постучусь, попрошу, потому что если столько машин, все им будут сигналить и ругать его, а я этого не хочу. Короче, покажу вам, что у меня получилось, и беру вас с собой в это грандиозное путешествие для меня самой. Лот номер один. Вот такая вот большая сумочка. Лот номер два. Это чемоденау. Эту сумочку я не знаю, брать или нет, потому что ее надо немножечко подшлифовать. Но я думаю, это можно делать. Чемодан номер три. Есть вот такая вот черная сумочка. Тоже довольно-таки тяжелая. Я даже поднять не могу. У меня тут особо шкафа не было. Последние штрихи. Разбираю его. Вещички, которые я еще не убрала со шкафа, вот они. Для них мне понадобится дополнительное место. Тут есть такая вот сумочка. Ее я собрала со своей комнатки. И йога-мат. Тапки надо будет убрать, и их я тоже надену. Сейчас я буду разбирать шкаф, который за мной. Я его попросила у своей младшей сестры. Подарок на день рождения, потому что в нашем шкафу уже на меня не было места, да и он немножечко, если там его сильно нагрузить, эта штучка, на которой все висело, она могла упасть. Вот. Мы, в принципе, живем здесь на квартире, и сейчас я переезжаю, я буду тоже жить в квартире, сняла для себя комнату, а тут я делю комнату с сестрой. То есть, понятно, и на лицо 28 лет делить комнату с сестрой мне как-то не очень хочется. Я хочу развития, знаю, конечно, лучше собрать там новую ипотеку, купить квартиру, все дела. Но сейчас я вижу свое дальнейшее развитие таковым. Я думаю, это будет для меня большей мотивацией зарабатывать больше денег. Пока что комнату для себя я позволить тоже не могу. Но вот этот шаг будет первым на пути к успеху, я уверена. Конечно же, я заказала вишня-творог, а вот эти у меня с мясом и сметанка. Надо подкрепиться перед тем, как уехать. Какая же красота. Я уже успела сходить на базар, прикупить еще одну сумочку. Думаю, теперь точно все поместится. Дело уже пошло, мой друг все загружает. Я приоднялась за последними вещичками. Братуха, спасибо. Я надеюсь, сейчас воды на мир. Последние вещи. Но меня не надо. У нас есть сестра здесь в Азербайджане наливать воду, когда чел уходит. Так, там ее друг. Ждет, сейчас она. Все, сестра уезжает. Оставляет меня одну. Вот она. Пока, любовь твоя. Пока! Все, украли сейчас. Пока! Впервые в жизни мы едем по торговой на машине. Руслан, спасибо за помощь. Ищем коменданта сейчас. Уже все вещи в комнатке, мы хотим немножечко сделать перестановку, уже начали, хотим сюда положить вот это вот кресло, которое загораживает тут путь. А так у нас классный вид, кроватка, все здесь, йоу. Иногда счастье выглядит просто вот так. Будем тут убирать. Я тут чуть-чуть
Смотрите, сколько пыли. Все, буду это все вытирать, протирать. Очень много всего. Я уже тут навела красоту, все красивенько убрала. Сейчас эти бажелезяка я тоже отсюда убрала. Тут вроде не так плохо. Я бы только ту пыль увидела. Вот, а в целом нормально. Но я сейчас протру. Это мне сказали не работает. Это просто помогает держать дверку. Это чтобы я там проходила. Короче, неплохо. Но мне нравится вот эта часть уже чистая. И мои вещи меня ждут. Ой, так классно себя чувствую. Вот это я называю все под контролем. Смотрите, какая силачка. Все передвинула, все сделала. Вот это я называю все под контролем. Все подвинула, все сделала. Яу. Большое спасибо, я уже вот чищу вовсю. Шкаф надо починить, а так все клево. Я так рада. Я так рада. Это моя первая комнатка в Азербайджане. Первым штрихом моей уборки был вот этот вот комод. Это то, что не отходит. А так он чистенький. Я все тут разобрала, убрала. Я такая счастливая. И только что я убирала под кроватью. Теперь я отодвинула. Тут стало больше пространства. Я уперла это прям туда. И вот эта часть мне уже очень даже нравится. Я там застелю. А сейчас у меня план. Я хочу вот это все перенести сюда, а шкаф развернуть в эту сторону. Как думаете, получится или нет? Вот так он вот в ширину. И тут небольшие вещи. Я хочу его все-таки сюда подвинуть. Мне кажется, у меня все клево получается. Я с детства кайфую от того, чтобы делать перестановку. Сейчас, если вы видите в каком-то состоянии, может быть смешно, но что поделать. Я хочу, чтобы было клевенько. Я тут даже забила несколько гвоздей. Их я сейчас тоже забью. Пыль протираю и хочу вот отсюда переставить к этой стене. Посмотрим, чтобы не закрывалось вот это место. Оставить надо будет местечко. Вот я не уверена, что сюда поместится. Вроде бы шкаф до сюда. И тут, как вы думаете, сейчас узнаем. Блин, я так рада, я смогла переставить сама вот этот шкаф, он стоял по этой стене, я его передвинула туда, это было очень сложно, но я это сделала. Победный танец! Тут остались некоторые вещи, которыми, я думаю, я не буду пользоваться, и мы сейчас их уберем. Мы тут уже поставили лестницу, убирать будем сюда, сейчас я все толкну назад, я думаю, там найдется место. А также тут в основном кулечки, вот мы уже спустили, возможно, и сюда. Короче, места много. Всем большущий приветик. Как вы видите, за мной я уже все сделала, плюс-минус. Я только что с души, хочу показать вам, что получилось в итоге. Уже глубокая ночь, и пора спать. Завтра я уберу и доделаю все остальное. Может, послезавтра. Пока что у меня так вот.